сейчас нашли, хотите вам показать, насажать. Был где-то в пределе километра. Ее сбили, видать, она не взорвалась, ее сбили в воздухе, да. Так оно и было. Так, ребят, обратите внимание, вот есть номер ракеты. Сегодня в ночью с 1 на 2 февраля в районе 23:50 и 24 часов в районе завода, металлургического завода города Алчевска была сбита ракета «Точка-У», которая летела с северо-западного направления. Можно предположить, что она летела на Луганск. Но станция противоракетной обороны города Брянки перехватила ее и уничтожила. Части ракеты упали на территории завода, в пределах километра они разбросаны. Сейчас их находят и будут всех их собирать в одно место для предоставления международным организациям на их суд, что же действительно происходит на самом деле у нас здесь. И чем мы, так сказать, сами себя обстреливаем, со слов украинских СМИ. Да, какова поражающая сила? Ну, ребята, скажу вам сразу, глубина поражения этой баллистической ракеты, ну, в общем, можно судить по яме. Это глубина воронки 5 метров, а ширина, ну, в пределах 100 метров. Можете себе представить, если она попадет в жилой квартал, квартала не будет. Собирать будем. А? Где кусочки будем собирать? Ну, да.